Эти складные игрушки из дерева – творение дизайнеров ювелирных украшений супругов Эны и Ибрахима, которые живут и работают в столице Боснии и Герцеговины. Когда началась эпидемия коронавируса, они, как и многие другие предприниматели, остались без поставок сырья, которое заказывали в других странах. В своей работе они напрямую зависят от импорта таких материалов, как серебро, эмаль и камень. Впрочем, это не заставило их опустить руки. Они решили проявить креативность и стали делать деревянные игрушки. Пандемия научила нас важности работать с местными материалами для местного рынка. Ведь в Боснии и Герцеговине так много лесов. Мы сделали логический выбор. У нас обоих есть навыки, необходимые, чтобы делать игрушки и другую продукцию из дерева. 50 евроцентов с продажи каждой игрушки пойдет на посадку новых деревьев. Супруги учредили фонд, который будет закупать саженцы и дважды в год устраивать акции по высадке. Мы решили удержать небольшую сумму от продажи каждой игрушки. Мы называем это налогом на высадку деревьев. Мы добавили его к стоимости. Ибрахим – художник и скульптор, родом из Ирана. По его словам, они с супругой в основном делают складных человечков и машинки. При этом игрушки выполнены в ретро-стиле. Это игрушки, которые помогают обучению. Мы хотим, чтобы дети побольше думали, играли самостоятельно. Деревянные творения пары становятся в Сараево все популярнее, несмотря на то, что их нигде не рекламируют. Информацию передают от человека к человеку. Самая важная цель, которой мы хотели бы достичь, это чтобы наши игрушки помогли детям стать ближе к природе, чтобы они больше о ней узнали и поняли ее, вместо того, чтобы от природы отдаляться. Супруги говорят, что после окончания пандемии собираются расширить производство деревянных игрушек.